Когда вы были маленьким, вы верили же в Деда Мороза? Я сейчас верю в него. Он живет в нашем сами воображении. Если взрослые уже теперь очень стараются, то Дед Мороз очень щедрый. Он всегда приходит, исполняет желания. Я с большим удушевлением отношусь к инициативе «Елка желаний». На Деда Мороза надейся, сам не плашай. Такой совет дал глава региона ученикам школы. Важного гостя пригласили на традиционную классную встречу активистов движения детей и молодежи. Ребята задавали Артему Сдунову вопросы. Говорили о выборе профессии, об увлечениях и необходимости занимать активную жизненную позицию. В школе каждый может найти занятие по душе. Здесь есть кадеты и юнармейцы, спортсмены и актеры, поисковики и экологи. И во всех этих занятиях ребята держат высокую планку. Оставайтесь активными, интересуйтесь, работайте над тем, что вам сейчас нравится. И с годами, понимаешь, я, может быть, не совсем далеко от вас ушел, но все равно кто-то есть временной промежуток, чуть побольше опыта. Берегите дружбу. Вот что сложно потом как-то воссоздать, эти дружбы. Даже если есть какие-то обиды, старайтесь их быть решить. После классного часа глава Мордовии осмотрел организованный в школе музей внутреннего убранства мордовской избы. Познакомился с недавно открывшимся школьным театром «Бенефис». Ребята показали отрывок из постановки повести Бориса Васильева «О зори здесь тихие». Артем Сдунов был тронут игрой юных актеров и пригласил их выступить со спектаклем на сцене в Саранске. Но основное событие, ради которого и пригласили главу региона, это открытие в школе зала для самбо. Развитие этого вида спорта в республике стало приоритетным направлением в 2022 году. 31 марта Артем Сдунов подписал соглашение о сотрудничестве Мордовии и Всероссийской Федерации самбо для развития и популяризации этого боевого искусства в республике. В июле «Единая Россия» запустила партийный проект «За самбо». Председателем его общественного совета в регионе стал сам глава Мордовии. Мордовия 50 лет уже живет, 50 лет. Около 10 мероприятий мы проводим. Вот смотрите, 600 человек уверенно занимается самбо. Наш традиционный вид спорта, который только находится на территории Российской Федерации. И, конечно, три школы Саранска, я сейчас еще в Невковском районе, в нашем полку, как говорится, я желаю вам максимально вовлечься в этот увлекательный спорт. Раньше ученики школы тренировались в местном ФОКе, а теперь у самбистов есть свой собственный комфортный и оборудованный зал. Спортсмены уверены, в будущем побед в самбо станет намного больше. Для школы, конечно, это большой, огромный плюс. Это большая возможность младшим поколениям продолжить историю побед школы, района, города. Ну и для меня это тоже очень важно, потому что связать жизнь с спортом – это, как по мне, я считаю, самое главное. Спорт – норма жизни не только в школе имени Семикова, но и в Темниковском доме-интернате. Здесь воспитываются ребята с инвалидностью и ОВЗ. Однако это не мешает им тренироваться и завоевывать медали. Глава Мордовии познакомился с талантливыми шахматистами и теннисистами. Последний вид спорта Артем Сдунов особенно любит. И темниковским теннисистам сделал особое предложение. Немножко играю в теннис, и у меня много знакомых, друзей. Вот недавно Шамин Ангарович, вы знаете, это наш земляк, беседовали на эту тему. Они хотят к вам приехать и небольшой турнир сделать, поиграть, показать. Наши действующие игроки теннисные, поэтому... Если не возражаете, в следующем году мы это обязательно организуем. Пообщаться с Артемом Сдуновым собрались и ребята, которые отличились в творчестве. Спрашивали о том, трудно ли руководить регионом, и о планах на Новый год. Некоторые таланты из Темникова уже известны и за пределами Мордовии. Даяна Паршукова, к примеру, не просто пишет и декламирует стихи. Девушка уже выпустила свой собственный сборник. Поэтический подарок она подготовила и для гостя. На том листе всего лишь строки. Прошла, как уж повела живее, мимо боли прошла.
Без ответного подарка ребята не остались. На Новый год глава Мордовии подарил дому-интернату плазменный телевизор и спортивное оборудование. А каждому ребенку вручил сладкий презент и большую плюшевую игрушку. Ирина Радайкина, Сергей Кувакин. Народные новости. Тямниковский район.